Подозреваемая в убийстве курсанта ОРЮИ задержана. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, накануне утром на территории вуза курсант-афганец был найден мертвым в своей комнате со следами насильственной смерти. Подозрение в убийстве пало на его землячку, которая в тот день спешно покинула институт и отправилась в Москву. Вот что известно следствию на текущий момент. Предварительно установлено, что преступление совершено студенткой данного высшего учебного заведения. И оперативными сотрудниками УМВД России по Орловской области приняты меры к ее задержанию и доставлению в следственное управление для производства следственных действий. В настоящее время проведен комплекс следственных действий. По результатам девушке предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе допроса она полностью признала себя виновной и пояснила следователям обстоятельства совершенного преступления. С учетом того, что обвиняемая пыталась скрыться от следствия, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы.